Сразу три юбилея в один день отметила Валентина Лисовская, главный балетмейстер Ивановского музыкального театра. 55 лет как родилась, 35 лет посвятила творчеству, в том числе 25 из них отдала Ивановской сцене. Валентина Евгеньевна вообще является душой коллектива. Уже не один год руководит балетом театра, и не только балетом. Она еще ведет и детей, группу, студию так называемый «Лисенок». Вот. В общем-то, ее все очень любят, и мы тоже любим, уважаем, ценим как специалиста, как человека, как педагога. Для бенефиса Валентина Лисовская выбрала балет «Маскарад» на музыку Арама Хачатуряна. Его премьера состоялась в музыкальном театре в 2007 году. Тогда с этой постановкой было связано возвращение Валентины Лисовской в Ивановский театр. Несколько лет «Маскарад» не ставили, но к бенефису было принято решение его восстановить. Тем более, что балет был очень тепло воспринят ивановцами. Наши ветераны всегда поддерживают дружеские отношения с музыкальным театром, в том числе и с Валентиной Евгеньевной. Всегда желанные гости на всех ее представлениях. И мы гордимся ее постановками, которые она делает. Вот. И поэтому сегодня мы не могли пройти такое замечательное событие и приехали поздравить ее с этим замечательным юбилеем. Новые постановки от Валентины Лисовской ивановские зрители еще увидят. К открытию 80-го юбилейного сезона в театре будут готовить комический балет «12 стульев». Многие задают вопрос, а как это можно решить сценически? Можно, потому что я однажды видела, это было много лет тому назад, 25 лет примерно, в то время еще в Свердловске, балет «12 стульев» в оперном театре на музыку Геннадия Гладкова. И идея балета мне очень понравилась. А так как сейчас есть немножечко эпоха ретро, ну, мы хотим вспоминать старые мелодии. Я единственное, что еще для себя не решила, на какую музыку ставить. Важно, чтобы получилось весело и интересно, считает Валентина Лисовская. Для зрителя это главное. Елена Белова, Любовь Почерникова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.